Жизнь часто преподносит нам сюрпризы, и далеко не всегда приятные. Сейчас я покажу вам по-настоящему жуткие моменты, которые люди успели снять на камеру. Момент образования жуткого торнадо был снят видеорегистратором одного автомобиля в Тайване. Камера дверного звонка сняла жуткие кадры. Человек в костюме клоуна с ножом в руках пытался проникнуть в дом, но, к счастью, ему это так и не удалось. В полицию поступило сообщение о пикапе, который загорелся на дороге у ресторана. Офицер, который прибыл на место, использовал свой патрульный автомобиль, чтобы оттянуть пикап на безопасное место. В штате Миннесота дрон снял на видео жуткие кадры. В земной коре образовалась огромная трещина, и автомобиль повис над пропастью, зацепившись задними колесами. Угрожая пистолетом, двое мужчин отобрали велосипед у парня, но они не заметили, что их снимает камера GoPro. Теперь их лица увидели миллионы людей. Жуткие кадры столкновения двух самолетов в небе над Висконсином были сняты на GoPro камеры парашютистов, которые успели выпрыгнуть. В 2018 году камеры видеонаблюдения сняли мужчину, который угнал автомобиль. Но позже выяснилось, что на заднем сиденье находился 5-месячный ребенок, которого вор решил отнести в ближайший магазин. Двое мужчин находились в гараже, когда в 2013 году в Челябинске упал метеорит. Один мужчина предусмотрительно отошел, когда двери начали дрожать, но другой продолжал смотреть в маленькое окошко, и это было большой ошибкой. В 2021 году в сети было опубликовано видео, на котором какая-то невидимая сила схватила женщину за ногу и протащила несколько метров. Но мало кто поверил в реальность этих кадров. Подозрительный белый седан преследовал мальчика. Когда ребенок обнаружил, что дверь его дома закрыта, он швырнул в машину камень. Семья из Японии не только стала свидетелем того, как в их квартиру залетела шаровая молния, но и успели снять это редкое явление на камеру. Эти жуткие кадры были сняты в квартире в Акапулько во время землетрясения. А этот мужчина вышел в прямой эфир, находясь в затопленном автомобиле во время наводнения в Питтстауне. Он понимал, что это может быть его последний прямой эфир. Ютубер Конор Келли исследовал жуткую пещеру и обнаружил внутри множество старой обуви и человеческие кости. Этот мишка был настолько голоден, что чуть не съел все рождественские декорации. А затем случайно нажал на кнопку дверного звонка. А может и не случайно, а просился в гости. Bear, go away. Bear, go away. Bear, go away. Эти кадры были сняты во время проливного ливня в аэропорту Лутон в Лондоне. Несложно догадаться, что все рейсы в тот день были отменены.
Видеорегистратор снял двух мужчин с битами, которые перекрыли путь и, по всей видимости, угрожали водителю. Эти кадры были сняты в 2018 году в национальном парке Глейшер в штате Монтана, когда двое мужчин пытались на своем автомобиле выбраться из леса во время лесного пожара. Видеорегистратор полицейского автомобиля зафиксировал, как офицеры нашли человека, которого похитили и перевозили в багажнике. А вот еще кадры, которые были сняты во время падения метеорита на Урале. Во многих домах повыбивало окна и послетали крыши. Мужчина по имени Фил прогуливался ночью неподалеку от своего дома в Орегоне и услышал ужасающий звук, поэтому решил снять все происходящее на видео. Камеры наружного наблюдения в Колорадо засняли жуткие кадры, как несколько львиц бродило у жилых домов. А вот еще одни странные кадры из Колорадо. На этот раз камера дверного звонка запечатлила пожар в доме неподалеку. То, что вы видите на этих кадрах, не поддается логическому объяснению. Камера зафиксировала странное белое свечение, которое плавно передвигалось. Дайвер повстречал огромную акулу. Их противостояние было снято на камеру GoPro. Полицейские получили сообщение о том, что группа людей в костюмах клоунов преследует автомобили. Вскоре этих шутников-неудачников задержали. Жители Флориды сняли на камеру огромного аллигатора, который прогуливался возле их домов. Эти жуткие кадры были сняты во время шторма Имоджен, который бушевал в Великобритании в 2016 году. А эти кадры сняли во время подъема на гору Эльбрус. Только самые отважные люди могут решиться на такое приключение. Разлив реки Кампар в Индонезии привел к разрушительному наводнению.